Салют, друзья мои! Сэм с вами. Сегодня мы продолжаем охотиться на колоссов после небольшого перерыва. Нас ждет сейчас что-то на дне высохшего озера, которое мы должны грубо пробудить. Мне потребовалось несколько дней, я даже сказал, недели на то, чтобы вернуться снова в колоссов. Я надеюсь, что сейчас я смогу для вас уже достаточно регулярно выкладывать все это дело. Так, ну, я так понимаю, нам нужно... Да, вот туда нам и нужно, батюшки. Так. Да, здесь есть мост. Этот мост нас интересует. Как хорошо, что они действительно позволяют управлять лошадке самой собой. Потрясающе. Я еще не понял, как увеличивать здоровье. Мне разные комментарии писали под... видео. Я, друзья, что-то чем не воспользуюсь, все не помогает. Самый очевидный вариант — это просто находить алтари и с их помощью себе как-то поднимать хп. Ну, чуть что-то кто не работает. То есть я преклоняюсь перед алтарями, и разницы никакой нету. Поэтому, может быть, что-то я делаю не так. Кто знает, друзья, пишите. Пишите. Признательно. Так. То есть мне прям туда. Ну, поскакали, поскакали. Туда я, наверное, еще не ездил, прям совсем туда. Я думал, нам сейчас через скалу нужно будет проехать. Вот там, где это бывает. Справа от нас сейчас, но... Как будто туман какой-то. Воу! А так, понятно. А там у нас, кажется, есть... Видите, как темно стало здесь фоном. А. Интересно. Да, здесь есть возможность перебраться. Так, ну мы правильно приехали, да? Да, кажется... Ух ты, что здесь будет интересно. Ну да, едем же жестко прямо. Какую-то пещеру. Ого! Вон эта штука, вот не она. Да, это она. Жесть. Паук. Я думал, что это другое будет. Ладно. Ну ладно, не совсем паук. Угу. Так. Ну и что ты можешь? Нифига! Пол хп! Так, это сюрприз. Ну хотя, в принципе, после последнего это не сюрприз. Ну ладно. Езжай, ехай, лошадка, ехай, 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 ехай. Ты, боже мой. Болезненно. Так, слушайте. Что с ним делать? Надо попытаться к нему подобраться, значит. Давайте мы выманим из этой пещеры перед этим. Где эта херовина? Тут еще пяти бьют гейзеры. Тут много гейзеров. Не нарваться бы на них. Где ты там, черепашка? Он. Так. Ты ж, мать божья. О, я вижу у него пузика. Я вижу пузика. А толку там нету символа. Давайте заберемся просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это херовина. Почит. Вау, вот это эпик, конечно. Так, подожди, а смысл нам на это пузика? Туда можно вообще забраться куда-нибудь? Не похоже на то. Так, ну давай как-нибудь. Смотрите, а с ноги? Банально с ноги. Ноги нет, они лазибельные вообще. Черт, 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 черт. Да блин, топчет. Ты не похоже, честно говоря, что ноги. А, нет, вот здесь вот можно. Ух ты! А смысл?
Ладно, я понял. Ну, пузика ему не нравится, но я не вижу в этом особого смысла. Ух ты ж, блин. Так, пока он слегка... Ну, а что если его... Интересно, можно ли его как-то гейзером долбануть? Или не сработает? Давайте попробуем. И подальше выманим его. Мощь земли может потрясти даже колосса. А, ну так это, нам подсказку дают, которую прям очевидно. Давай, давай сюда же, животинка, иди, иди на гейзер. Давай, 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 давай. Топай, топай. О. О. Что-то ему, его что-то как-то заплющилось, пока он был на гейзере. Надо посмотреть, что еще будет. Давайте постоим пока. Давай, гейзер, запускайся, пока, пока можно. Ой, кажется, успеется это подчить. Ай, осторожно. Ну, благо, это не особо. Что-то как-то его не... А, он не на нем, да? Блин. Что толку? А-а-а! Я понял, друзья. Мы это все видели. Хорошо. Вот это хитро, очень-очень-очень хитро, я бы сказал. Блин, нога. Гейзер, запускайся, давай. Вот так бы не догадался бы, что... Ну доворачивайся уже, доворачивайся. Ты все равно сделать здесь не можешь. Жирнопузик. Сейчас он закончится, пока он довернется, да? Стой, куда? 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 Куда пошел? Ясно. Надо подманивать его к гейзеру. Ой, ну да ладно, целься в ноги, уже вот настолько подсказка, ну это прям смешно. Черт, скажите, как пользоваться луком, блин. Ну, понятно, что ты сейчас будешь нас опять стрелять с лука. Давай еще раз гейзер шарахни по нему. Будет прекрасно. Давай, 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 давай. Не заряжайся уже. Сейчас же уйдет. А где тут нога-то у него делать? Я не понял, сейчас он перевернулся. Это шанс? А шанс на что, простите? Я не особо вижу, где здесь цепляться. А, по пузику можно забраться. А, вот зачем здесь.
Ясно. Чисто Хероина встает обратно, и мы на ней уже, получается, начинаем быть. Тише, бля! Камон! Вот это жесть! Так, нужно за что-то держаться нужно, когда он падает. Ну, давайте опять заманивать его на гейзер. Вот это поинтереснее механика, хотя тоже, в принципе, само понятное. Так, ну давай. Опа, сюда опять, стреляй по нам. Давай уже, работай, работай. Делай дела, гейзер. Стоп, ты как-то не очень-то... Не очень-то... А, вот. Блин. Все понятно, куда нам нужно. Давай, лезем. Удержаться бы сейчас в этот раз. Нет. Да... О, нет, куда стой? Фига, эта Хероина извивается. О! Ну да, ему это не понравилось определенно. Отлично. Где следующее, понятия не имею. Блин. Еще один удар выдержишь в голову или нет? Можно ему тыкнуть в глаз иголкой? Ай, ты падла, столкнул, сволочь мохнатая. Где у нас еще гейзер? Вон. Лошадка, ехай, хорошая. Давай, стреляй. Неужели все в голову нужно будет садить как-то? Чудаковато.
гейзер, гейзер, хорошо, начинай, давай, 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 сейчас же тёр... О! Я не понял, он тупо перевернул вообще без, без стрельбы? А. Ладно. Охренетюшки, нормально. Пока нас не начнет трясти, еще же начнет мотать, по-моему. Не, не падать, не падать, не падать. Судя по всему, да. Мне остался маленький укольчик такой, да? Ну, это было несложно, друзья. Колосс, понять его, как убить, в принципе, нужно было. Хотя тоже очевидно. Гейзеры... Только что стрелял вас, да и стрелял так себе. В принципе, все понятно. И очередную тушку мы обес... Ужас какой. Какой звук жуткий, когда они тебя съедают, эти духи. Даже целая группа собралась. Наш следующий враг — отдаленная песчаная дюна. Если это то, что я думаю, это будет круто, друзья, потому что в роликах эту штуку пиарили. Ну что ж, а так девятый пал с нашей, как наша девочка, в принципе, все еще мертвее мертвого, да? Ну да, похоже на то. Скоро мы отправимся вслед за десятым, за змеюкой в дюнах. Давайте посмотрим, где она. Ну, я думаю, там же, да, будет опять. В принципе, не новость. А на этом, друзья, я с вами, кстати, ходим к похилке, да? Проверяем, вот, что у нас, что-нибудь поменялось или нет. Да нет, вы знаете, хп не увеличивается. Может быть, я что-то не так делал. В общем, еще раз прошу вас напоминать, как увеличить хп, полосочку. Может быть, она сама увеличивается после сражений. И прощаюсь с вами, надеюсь, вам колосс понравился. Ждите следующего. Всем пока, друзья.